Госавтоинспекция Саратовской области обращается ко всем участникам дорожного движения. Сокращение светового дня в зимний период времени внесло свои коррективы в дорожное движение. Мокрый снег, туман, метель и заморозки – все это делает дорогу опасной для всех участников дорожного движения. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, строго соблюдая правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других опасных маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового режима между транспортными средствами. В непогоду нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари. А в условиях сильного тумана и снегопада снижать скорость до минимума. С наступлением зимнего периода времени особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В целях собственной безопасности Госавтоинспекция Саратовской области рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые делают их более заметными для водителей в темное время. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в безопасности. Игнорирование правил дорожного движения может повлечь тяжкие последствия. Берегите себя и своих близких.